Прежде чем начать у нас экстренное семисекторное совещание, я думаю, что давайте почтим память тех, кто погиб, особенно деток. Страшная трагедия потрясла всю страну. Не допустить ее повторения – вот о чем сегодня все мысли и дела. Губернатор Краснодарского края потребовал провести реальные проверки и учения в максимально короткие сроки. 304 объекта с массовым пребыванием людей. Эта цифра озвучена на внеочередном заседании уже муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Глава Анапы ставит задачу – создать штаб, который организует проверки на предприятиях всех сфер, будь то торговля или санаторий. Санаторно-курортный комплекс. Нам сегодня нужно принять такие меры, чтобы мы могли зайти, могли проверить, могли выявить и навести порядок в этом плане, чтобы завтра ничего там не было, допустим. Логично или нет? Юрий Федорович, я с вами полностью согласен. Давайте к этому стремиться будем. В списке на проверку попадут не только торговые и развлекательные центры, но и дома культуры, детские санатории, где в эти дни принимают отдыхающих, детсады, школы и городская и детская больницы. Глава города поручил составить план-график проверок, а также направить каждому руководителю предприятия напоминание провести с сотрудниками инструктаж по пожарной безопасности.